В Москве проходила международная выставка «Здравоохранение 80». В ней приняли участие около 1000 фирм и организаций из 25 стран мира. Экспозиция Советского Союза – это 3000 экспонатов. За последнюю пятилетку в нашей стране практически полностью подготовлено совершенно новое поколение всех основных видов медицинской техники. Благодаря высокому организационному уровню выставки, здесь прямо в павильонах можно было увидеть в действии некоторые новинки. Вести деловые переговоры о поставках оборудования и препаратов. Выставка «Здравоохранение 80» наглядно показала достижение человеческого разума в самой гуманной и благородной области медицины.